на стену дизайн-макет многостраничного издания для детей. Он включает в себя упаковку. Вот лучше ее посмотреть на фейке. А можно сверху поставить, пожалуйста? Из стеносказки и книги с играми для детей, развивающими, построенными на основе иллюстрированной книги. Идея создать подарочный комплект для детей, развивающий мышление ребенка и прививающий с раннего детства любовь и интерес к книге, к чтению. Задача привлечь ребенка именно к книге, а не к электронным играм, к носителям. Моя задача вовлечь ребенка в мир сказки через иллюстрации и взаимодействие с персонажами, вот, собственно, через развивающие игры. Моя аудитория — дети от 3 лет, полагается чтение с родителями, там, где-то маленькие совсем, но для более взрослых детей, если они уже разные по годам умеют читать, моя книга отвечает требованиям для детской литературы. Шрифт рубленый, 16 пунктов, минимальный 14. Объем иллюстраций больше 50% на странице и больше 70% во всем материале. Для обложки я выбрала шрифт CC Medium, для основного набора. Актуальность моей работы, мне кажется, очень велика на сегодняшний день. Век цифровых технологий. Говорят, что иллюстрированная книга уже не так актуальна, но, на мой взгляд, именно детская иллюстрированная книга сейчас пользуется спросом, потому что они развиваются вместе с технологией, находятся все новые и новые решения, подходы. И именно иллюстрированная детская книга дает ребенку возможность взаимодействовать с ней. То есть именно то, что не могут дать электронные носители, он может играть с группами, акцент делает на тактильных ощущениях, на формате книги. Стилистика иллюстраций выбрана не случайно, они выполнены в компьютерной графике, которая позволяет сделать их насыщенных цветов, что очень важно для детского восприятия, так как дети видят это чистые цвета, и плоскостные иллюстрации тоже выбраны не случайно, потому что они стилистически близки к тому, как рисуют сами дети, что делает их тоже более приятные детскому глазу. Вот модель персонажа, собственно, очень хорошо иллюстрирует то, о чем я говорила выше, о том, что в модели ребенок может взаимодействовать с книгой, есть возможность вырезать эти модельки, собрать их, чтобы развивать его моторику, мышление, фантазию и может ощутить героев книги в объеме. Аналоги. Собственно, прямых аналогов я не нашла. Когда на блоге я увидела, но есть либо развивающие игры, как правило, либо просто иллюстрированные сказки. Сказка с играми, вот есть книги Падлы, и есть книга, они называются книжки малышки. Места распространения.
позволяла